Мастер-класс для сменовцев от участников проекта «Самбо в школу» прошел на базе Всероссийского детского центра «Смена». Мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо Сергей Задворный рассказал о проекте, его реализации и истории самбо. Участники всех смен могут бесплатно посещать занятия по самбо и получать навыки по развитию ловкости, силы, а также обучаться правильной страховке и броскам. Каждому, кто решит попробовать себя в этом непростом, но увлекательном спорте, выдается карточка участия, в которой есть тема занятия, дата и время, а также книжка юного самбиста. Цель данной программы – вовлечение подрастающего поколения в занятия самбо. Здесь очень развита инфраструктура, много стадионов, как бы. Занимаемся 2 года здесь, занимаемся 6 раз в неделю. Каждый день. Мы можем на улице, если нас нападут, самооборону сделать или защитить кого-нибудь, показать себя на соревнованиях, на всероссийских, международных. Можем, если ведут на олимпийский вид спорта, самбо, можем отобраться на Олимпиаду. По окончании этих занятий, эти дети, которые прошли у нас этот краткосрочный, скажем, курс, проводят сами мастер-класс. Ну, я им помогаю, конечно. Все детей, которые собираем, которые не проходили этот курс, и они показывают то, чему они научились. Всего от 8 до 10 занятий выходит у участников проекта в зависимости от протяженности смены. Но и за это время можно многому научиться. Самое главное – увлечься. А для кого-то самбо может стать любимым делом, которым можно продолжать заниматься и в родном регионе. 16 ноября в России пройдет Всероссийский день самбо. Центр хочет приурочить открытие зала самбо. Это у нас открывается спортивный комплекс с бассейном, и там будет открыт зал самбо. 16 ноября мы всех приглашаем. Вот. Я надеюсь, мы соберем детей с города, близлежащих сел, и откроем свои секции с круглогодичными с постоянными тренировками.